23-летний Евгений Эпов был самым старшим из бойцов 230-го отряда спецназа внутренних войск МВД. 27 января 2012 года в Кизлярском районе у поселка Черняевка Евгений спас своих боевых товарищей, накрыв своим телом гранату. Указом президента России ему посмертно было присвоено звание Героя России. На торжественной церемонии открытия турнира спортсменов и гостей поздравил победитель конкурса «Коллектив года» ансамбль «Импульс». А с показательными выступлениями выступили курсанты военно-патриотического клуба ВДВ «Патриоты России». Победители и призеры турнира были награждены почетными грамотами, медалями и ценными призами.